Приветствую вас, дорогие мои телезрители православного телеканала «Союз». Я дед Еремей. Завтра у нас на календаре 25 декабря. Наши предки по погоде в этот день судили, каким же выдастся Новый год. Вот если солнце светит лучисто, то на Новый год будет морозная и ясная погода. А ежели день хмурый и иней на деревьях, то на Новый год будет тепло и пасмурно. Еще пасмурное утро в этот день сулит раннюю весну. А какая же погода ждет нас завтра, 25 декабря? Сейчас я вам об этом поведаю. В селе Костеничи Суражского района Брянской области +2. Судя по погоде, о новогодних снежных забавах придется забыть и встречать праздник под зонтами в резиновых сапогах. Ведь плюсовая температура не за горами. В поселке Костручей Вытегорского района Вологодской области завтра -2. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни будет холодать. Ну, правильно, зима как-никак. В деревне Костыли Сосновского района Челябинской области в среднем температура воздуха будет в районе -4 градусов. День выдастся солнечным и безснежным. Дай бог, снега к Новому году еще нападает. В поселке Костяки Первомайского района Алтайского края столбик термометра покажет -2 градуса. Будет идти снег. А на будущей неделе ожидается легкий морозец. А напоследок хочу пожелать вам, мои дорогие, пусть, несмотря на погоду, в душе вашей всегда светит солнце, а в доме царит теплота и любовь, как заповедал нам Господь. Да хранит вас Бог!